На факультете экономики в этом году дипломы защищают специалисты в области прикладной информатики, проучившиеся по специальности 5 лет. 10 выпускников уже сдали государственные экзамены и сегодня вышли на защиту дипломных проектов, некоторые из которых можно рекомендовать к внедрению, а некоторые уже приняты и работают на производстве. Информатика в экономике, программа подготовки по этой специальности нацелена на выпуск высококвалифицированных специалистов по анализу и организации информационных процессов, способных решать задачи создания, внедрения, анализа и развития информационных систем в сфере экономики и финансов. Отучились 5 лет, абсолютно не жалеем, что дало обучение, дало то, что я сейчас работаю по специальности, работаю в хорошей организации, мне очень нравится работать с информационной безопасностью, собственно, что изучали 5 лет. Актуальность проблемы организации процесса подготовки специалистов по этому направлению подтверждается выводами, полученными в ходе исследований, проводимых в рамках как отечественных, так и зарубежных высших учебных заведений, например, МГУ или Принстонского университета. В обобщенном виде они сводятся к тому, что для успешного функционирования современное предприятие или фирма должно уделять особое внимание таким вопросам, как тип, уровень и методология используемых информационных систем, анализу и организации информационных процессов. Решение этих задач должно составить основной предмет практической деятельности специалистов, подготовленных в рамках нашей программы. Сегодня выпускаем 10 специалистов по специальности прикладная информатика в экономике. Все 10 специалистов уже практически трудоустроены, имеют предложение от предприятий и организаций, в которых проходили преддипломную практику. Значит, более того, один из выпускников выполнял заказ в ходе преддипломной практики в Индии. Значит, там все 14 недель преддипломной практики находился, выполнил работу по разработки программного модуля информационной системы, которая востребована, ну, за которую, естественно, получил денежное вознаграждение. Программа обучения по специальности информатика в экономике предусматривает комплексное сочетание в учебном плане дисциплин информационного, общеэкономического и экономико-математического циклов. Кадровая база Одинцовского гуманитарного института, сформированная из специалистов высшей квалификации, соответствует уровню, необходимому для обеспечения образовательного процесса по этому направлению. Учебно-методическая база и материальная база экономического факультета, библиотека, лаборатория средств вычислительной техники позволяют организовать как проведение полноценных аудиторных занятий, предусмотренных учебным планом, так и самостоятельную работу студентов. Специалисты по прикладной информатике в экономике могут работать в органах государственного управления, промышленных предприятиях, банковских учреждениях, инвестиционных, консалтинговых и страховых компаниях, научно-исследовательских институтах и организациях. Впереди вступительная кампания в институт, и в АГИ ждут абитуриентов, которым будет интересно учиться именно на кафедре информатики. Все условия для получения перспективной интересной профессии здесь есть. Конечно, стоит приходить, здесь много возможностей, много чего могут преподать интересного, и дальше после окончания вуза можно уходить работать куда угодно, в любые сферы и по образованию, не найти себя не только в специальности, но и в других творческих профессиях, и вообще в любой сфере. Татьяна Мироненко, Сергей Латошин, Георгий Бондарь, Одинцовский гуманитарный институт.